Я взрослый, уверенный в себе мужчина. Я запросто могу подойти и познакомиться с девушкой. В этом нет ничего опасного. Просто подойти и сказать. Нет, лучше сделать. Нет, лучше сказать. Я взрослый, уверенный в себе, успешный мужчина. Холодный мир, слушаю вас. Девушка, я мастера вызывала, никто не приехал. Адрес какой? Улица Пестрия, дом 9. Да. Нет, не было заявки. Как это не было заявки? Я взрослый, уверенный в себе, успешный мужчина. Помочь? Что вы хотите? Я хочу купить букет цветов. Выбирайте готовые. Там. Но мне нужен особенный. Хорошо. Сейчас. Какие цветы вы хотите? А какие нравятся вам? Никакие. Выбирайте быстрее. Как же вы работаете в цветочном магазине, если не любите цветы? Цветы нуждаются в любви и заботе. Точно так же, как и все живое на земле. Колокольчики нравятся? Да. Только это не колокольчики, а лизиантусы. Обычно никто не знает. О, этот цветок не так прост. В Мексике лизиантус символизирует приход весны. По древней легенде он напоминает о противостоянии красоты духу войны. А в Англии его называют розой любви. Красиво. Бумагу завернуть? Не стоит портить природную красоту пестрой оберткой. Благодарю.